Итак, ребят, всем привет. Приехал я к своей знакомой в гости, как в гости, по каким-то делам. Хозяйки не оказалось дома, немножко жду. Но по счастливой случайности у меня прибор оказался с собой. И хочу немножко походить в одном местечке возле с ее домом. У хозяев домов, улицы я спросил разрешение, можно ли побродить рядышком с ними, участками. Мне, в принципе, дали добро, и все согласовано. Думаю, сейчас походить. Там есть небольшой участок земли, где в свое время я подымал хорошие находки. Всегда, когда я начинаю копать, я спрашиваю разрешения. И, в принципе, раньше там был дом, находки там были очень-очень кучерявые. Редкие монеты, было серебро 10 копеек 21 года. А если вы знаете, это, в принципе, довольно-таки редкая и дорогая монета. К сожалению, материал я сегодня отснял много. На памяти предостаточно, но батарейка уже подсела. Так что буду только снимать эксклюзивные находки. Так что вот так вот вступление сделал, значит, находки будут. Снимаю в машине, на улице очень сильный ветер, вчера был снег. Так что вот так, смотрим. Итак, был сигнал, ветер сильный. Пытаюсь как-то спрятать камеру. Срезал, лопатой немножко чиркнул. И это у нас советик 15 копеек 46 года. Вот такой вот монитос. Ладно, продолжаем. Монету я освежил. Полоснул с 46 года, 15 копеек. Я ее лопатой немного чиркнул. И себестоимость данной монеты всего-навсего 50 рублей. Но все равно пойдет. Идем дальше. Итак, ребят, ветер жуть какой. Но это я решил заснять. Вот смотрите, какой мужской крест. В очень хорошем, шикарном сохране. Вот такой вот крестяра. И все это красота у нас на дороге. Зачетный крест с ухом. Все на месте. Продолжаем. Итак, ребят, у нас ветер продолжается очень сильный. Камеру будут скрывать. Дождался я хозяйку, все дела сделал. И снова к ней на огород пришел. Огород я это выбивал уже 3 года. Каждый год раз по 5. Перед засеиванием урожая и после того, как всегда скопают. И у меня находка весьма приятная тем, что это у нас серебряная монета РСФСР. Вот она, красавица. Первое серебро этого года. И посмотрим, год, наверное, 23-й, как всегда. Так, сейчас посмотрим. Ну да, я не ошибся. Это у нас 10 копеек 1923 года. Между прочим, как я помню, вот на этом вот участке, именно вот на этом клочке земли, я почему-то в свое время очень много находок сделал. Причем серебряные здесь зачастую у меня попадались. Именно вот этот клочок. Не знаю, как объяснить. Но вот сейчас снова очередное серебро. Так что приятно. Первое серебро этого года. Итак, монетку я, ребята, освежил. И вот такой вот сохранчик. 10 копеек 1923 года. С обратной стороны у нас зелень. И по каталогу, если мы посмотрим, то данная монета составляет всего-навсего 100 рублей. Вот так. Ребят, прямо вот смотрите, красный кирпич валяется и вот такая вот керамика фабрики Кузнецова. Копатели-профессионалы знают, что это за стекляшка. Керамика фабрики Кузнецова. Это у нас время царского времени. Смотрите, какая тоненькая. Видно, был дорогой фарфор. Вот такая вот штучка прям валяется. Причем зачастую очень часто вижу, валяется прям на поверхности. Ну, в принципе, участок большой. Я только зашел, сделал всего вот этот вот кружочек. И находка, серебряная монета. Думаю, еще что-нибудь выскочит. Смотрим. Итак, ребят, очередной красивый звонкий сигнал.
И я, как всегда, прав говорю, то, что когда влажная почва, хорошо вылетает серебро. И сейчас у меня вот, смотрите, даже еще не чистил, я вижу, что это царское серебро. Сегодня не просто день серебра, сегодня советское серебро, царское серебро. И вот такая вот монетка, 10 копеек, год, к сожалению, пока сказать не могу. Так, хотя уже могу, 10 копеек, 1900, если не ошибаюсь, 2-го года. Вот такая вот монета, 10 копеек царские. Сейчас я ее сполосну и вам на обозрение покажу. Зачет, зачет. Советское, вернее РСФСРовское серебро. А вот теперь и царское. До кучи осталось серебро СССР найти и какое-нибудь иноземное. И будет вообще шикардос. Продолжаем. Где-то примерно третью часть огорода мы прошли. Еще, в принципе, вот такая вот площадь осталась. Как вы видите, здесь был дом. Какие-то глубокие сигналы есть вперемешку с черным металлом. Вот, глубже я копнуть не могу. Так что вот так вот. Продолжаем копать серебро. Вот такая вот у нас монетка. 10 копеек 1902 года. Сохранчик будет бодрый, почистится. И в каталоге она у нас 12 долларов. Зачетно, зачетно. Продолжаем ходить по полю. Ребят, был хороший сигнал. Катушка глубоко взяла, выкопала уже вот такую вот яму. И вот смотрите, на огороде, смотрите, набрел на фундамент. И там пином звоню, и он сигналит. Так. Да черт, где-то уже присыпал. Но глубоко пин сигналил. А, пин выключился. Вон, слышите? Где-то там глубоко. Сейчас, наверное, буду это копать дело. Поживем, увидим. Итак, ребята, вот такую вот ямину я уже выкопал. Красный кирпич дуром идет. И, наконец-то, дошел я до сигнала. Это получается, я не знаю, кровельное железо или что-то в этом роде. А может быть и чемоданчик с монетами какой-нибудь. Но я так устал долбить этот кирпич, так что прикопаю я это все обратно до лучших времен. Итак, ребят, с огорода я переместился в такой вот проход. Был сигнальчик, и это у меня царь. Медный царь. Одна копеечка и год. Сейчас я вам скажу. Год. Очень хороший сохран. 1900. Блин, не скажу, сейчас помою вам. Ее продемонстрирую во всей красе. Вот такая вот монетка. Класс, класс, класс. Смотрим. Это у нас царик очень хорошего сохрана. Очень хороший сохран, 1915 год, я думал 10-й. И по каталогу сейчас тогда посмотрим, что она у нас имеет по цене, себестоимости. Она у нас всего-навсего стоит 0,1 цент, то есть рублей 15-20. Вот такая вот монета, но сохранчик просто огонь. Для коллекции просто зачетная монета. Я был прав, стоит дом, второй дом, и здесь где-то должен был быть еще один дом. И мои предположения оказались верны. А, здесь он, походу, еще и сгорел. Вот под этим камушком, вот смотрите, 20 копеек. Какой сохран, 1938 года, 20 копеек. Самое главное радует то, что я копаю в шикарном месте. Здесь забор. В общем, на территории своей, как говорится, тетки. Так что ништяк вообще. Если здесь был дом, обалденно вообще будет.
Продолжаем. Итак, монетка 20 копеек 1938 года. Сохран суперский, огонь. И в каталоге, в принципе, для советика она неплохо стоит. 270 рублей. Вот такая вот монета. Идем дальше. Итак, ребят, будем заканчивать сегодняшний коп. Копали мы сегодня и там, и сям. Зашли на огородик к знакомой тетке. И, в принципе, неплохо получилось. Буду коротко. Сейчас сделаю обзор монеток, которые я сделал. Шмурдяка очень много. Конина накопал вообще море. Здесь вот, я так понимаю, на задней части огорода как раз была, может, конюшня или что-то в этом роде. Потому что конины очень много. Ну, с десяток я точно накопал. Ну, а сейчас коротко о своих находках, которые я сделал за сегодняшний день. Находкам, ребят, получилось вот так. Смотрите, сколько конины я накопал. Я вам ее не показывал, потому что аккумулятор совсем-совсем сдох. Вот, вот такая вот накладка непонятная, имеет рисунок какой-то. Вот, я ее взял для общего развития. Что это? Не знаю, прошу от вас отписаться. Плюс вот такая вот шмурдятина интересная попалась. Очень интересный рисунок здесь. Я думал, гильза, но не знаю, может быть и гильза. Вот такого вот характера. Ходячки накопал, в принципе, вот столько. Ходил я и по тропинкам. Вот, по монетам получилась копейка, двадцатка, две штуки пятнашка, два серебра, царское серебро, РСФСР и копеечка царская. Вот такой вот зачетный крест, тоже неплохой. Ну и различного рода вот такого характера цветного металла я немножко набрал. Ну, на этом и все. Закончу я свой коп вот с таким вот количеством находок. Всем пока и удачи!